Казань встречает гимнастов по-настоящему весенней погоды. Самое время для новых рекордов и достижений. Все основные фавориты сборной приехали рейсом Москва-Казань. Внимание встречающих приковано к Алие Мустафиной. Еще в июне прошлого года она стала мамой, а уже сейчас начинает подготовку к новому олимпийскому циклу. Удачным результатом будет просто выступить и вспомнить соревновательный режим. Никаких целей я не ставлю. В турнире примут участие более 150 лучших спортсменов со всех регионов страны. Основной костяк сборной будет формироваться по итогам чемпионата России. С отличными эмоциями приезжаю я, потому что мне нравится выступать в Казани. Я был на универсиаде здесь в прошлом году на чемпионате России. Хорошие зрители, хорошо приветствуются, зал отличный. Ну, мне нравится Казань. Соревнования очень важны, поскольку это первый этап подбора на чемпионат Европы. То есть это как пройдешь чемпионат России, тут, соответственно, спортивный принцип. С первого по третье место попадает на чемпионат Европы. Честь Татарстана на чемпионате будут защищать члены основного состава сборной России по спортивной гимнастике. Александр Чичеров, Максим Синичкин, а также Инсаф Идиатуллин и Дарья Лопатина. Гимнастика начинает в республике развиваться благодаря тому, что, конечно же, и есть наследие универсиады, великолепный гимнастический зал и хороший тренерский состав на базе Поволжской академии. Ну и вследствие того, что в прошлом году в первый раз в России было принято решение проводить чемпионат в Казани. До этого 5 лет проходило в Пензе. Призеры получат прямые путевки на чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В этом году турнир Старого Света примет английский город Глазго. Алмаз Гафиатов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.